Всем привет, дорогие друзья, с вами Бонни Сакур, мы продолжаем играть в игру под названием Resident Evil 7 Biohazard. Элли, привет. И мы с вами, значит, узнали небольшую часть вот этой вот истории по поводу нашей жены Мии, то, что она просит нас о помощи. А что такое? А, я понял, здесь у нас кий и треугольник для этого. Хорошо, смотри, опять нам нужен... А, у нас голова есть, пойдем голову вставим, во-первых. Во-вторых, нам нужен какой-то вот ключ. Я так понимаю, какой-то вот ключ Скорпиона, раз он там нарисован. Опа. Похоже, набивкой занималась. И в смысле? Семья сама. Так, следовательно, может быть, это надо разрезать? Нет. Зачем? Почему снимается этот предмет? Так, это мы читали. Зачем было снимать этот предмет? Здесь, кстати говоря, вот я читал, я про себя читал. Что-то убей его. Ну, вот здесь вот, например, книга называется. Фото. Журнал. Короче, книжки нормальные, кроме убей его. Так, пошли голову, короче, вставлять, да? Пойдем. Так, мамка у нас ушла, смотри. А это что? Что это там так закричало? Это явно не животное. Пистолетные патроны. Там никто не идет. Это... Что надо-то? Ключ какой-то, судя по всему. Либо отмычка. Понятно. А почему вот силой? Это, по сути, пластиковый ящик. Ты не можешь силу применить? Серьезно? Давайте пошумим маленько. Давайте попробуем выстрелить сюда. Ясно. Хорошо, понятно. Ну, на самом деле, в таких играх я бы все-таки сделал... ну, как бы, чтобы можно было все-таки прострелить. Смотри, порох подсвечивается и трава. Пистолетные патроны. Опаньки, мы патроны скрафтили. Так, женщина с черепом, возможно, колдунья. Так, это мы видели, это берег. Так они, кстати говоря, не добавили отражение. Это что? Это ванна. Это ванна, так. Опа, записка. В смысле не берется? А что написано? О боже, да. Ясно. Прочитал. Так. Ну ты посмотри, это черная пакость это. F. Ну конечно, рукой туда лезть. Серьезно? Деревянная статуэтка. Я понял. Вот он наш орел, походу. Вот и наш орел. Короче, смотри. Видишь вот эту вот пакость, да? Вот эту вот пакость, которая в ванне. Я так понял, они... помните, там было обращен. Я так понял, они обращенных, короче, вот так вот моют. И типа вот эта вот пакость остается, да? То есть они типа их после обращения в порядок приводят. Ну, вроде там какая-то тварь была жесткая и такая бесформенная. Я имею в виду. Чё там ее мыть-то, по сути? Так, ладно. Статуэтку забираем. Так, деревянная статуэтка, да. Господи, как же это отвратительно. Согласен, братан. Это жесть. Это реальная жесть. Так. Ничего мы здесь больше не забыли. Могли и траву где-нибудь припрятать нам, да? Это ж всё-таки там аптечка стоит. Мухи летают. Так, ну пойдем. Папа, ты что тут делаешь? Круто, а? Куда лучше, чем подыхать? Сто пудов. Папа, а что у тебя за новое оружие в руках? Это дар нам от моей крошки. Он всегда со мной. Ну, папа, папа, ну что такое? Как видишь, семья — это только часть ее дара. Кого ее? Он говорит про крошку. Другими словами, тебе хана.
Не, пап, не, не прокатит. Пока, папа. До свидания. Просто прощай. Оп, спрыгнул. Папочка. Папуля, я тебя жду. Мы с тобой, сука, ужин не закончили. Слышь, ты тупеша, сатаня, Кирилл. Ни одного, сука, промаха в голову. Ой, папа, не надо так близко, окей? Блять, папа, я промазал. Папа, прости меня. Я плохой сын, не умею стрелять. Сука. Да иди ты в пень, блядь. Папа, вставай, сука, тупая, вставай. Это супер-аптечка была, серьезно? Его вообще можно убить? Я имею в виду, чтобы он лег хотя бы и отстал от меня. Пап, голова болит, да? Устал? Так, что я использовал? Да, ребята, я использовал супер... Фух, я ж ее положил. Что ж это я? Я ж ее... У меня травы очень много. А давайте ее так юзанем. Захилимся. А что у меня? Как это посмотреть-то? Инвентарь? Да. Во, показатель зеленый. Видишь? Так. Ну смотри, он из руки не выпустил. Вот ты представляешь, он такой вот штукой меня просто переехал. Эй, пап, как дела? Папа, твою мать! Твою, сука, мать, ну ты серьезно, а? Я только это, патроны. Папа, не шали, папочка. Не стоит, папа. Папуля, я пошел. Блядский выблядок. Все, пошли, он все, он лег. Ну его нахер, так, что нам надо сделать? Орел? Да не трачу я, сука, зря время, ублюдок. Ляг просто, полежи, успокойся, папа. Успокойся, прошу тебя. Спасибо. Как он там мог оказаться, сука, если я в него выстрелил? В смысле, он же лег. Ладно, 4 патрона осталось, мы уже не затащим. У меня патронов больше нет. Надо скорее вставлять эту голову и орла. Давайте побыстрее как-нибудь это делай. Так, вот так вот. Ты прикинь, он встал. Ну, это что за херня такая? Я этого не видел. Нет, я читал это. Я читал, мы читали. Так, быстрее. Так, вот. Погнали. А как это? Не понимаю. Вот. Нет, в другую сторону лучше. Нет, я неправильно его сделал. Надо, чтобы клюв был на эту сторону. Вот. В другую. Давай, опускай его. О, идеально. Ну, почти идеально. Так, и по сути там еще одна глава будет, да? Я надеюсь, по крайней мере. Главное, чтобы папа не пришел. Кто построил эту херню? Не знаю. Так, идем с пистолетом такие. Вообще нормально. 4 патрона осталось. Папку больше не убьешь. Фу. Так. Мне одному не нравятся вот эти вот сопли. Черные вот эти вот сопли. Или это корни? А, это корни. Это сопли, смотри. Паутина какая-то. Серьезно, у меня патронов нет. Фу, вроде нормально все. Гербарий всякие, это веники, наверное. А, да, это попарится в баньке. Любит он. Ага, смотри, вот эта голова не снимается. Что тут есть? О, патроны, патроны. Что это было? А, это бутылки зацепил. Эпоксид. Отлично, аптечки у нас есть с вами. Давайте мутить патроны. Где он? Не вижу эпоксид, вот он. Так, объединить вот. Так, объединить с порохом. 16 патронов. Все равно не найс. Хочу много. Психостимуляторы. Используйте, чтобы найти предметы. Чего? Такой препарат временно обостряет чувства, что позволяет быстрее находить скрытые предметы. То есть ты хочешь сказать, что в этой комнате есть скрытый предмет? В
смысле? У вороны две головы? Короче, они здесь, походу, еще... Я нашел скрытый предмет. Они еще, короче, походу, всякими мутациями занимаются. Видишь, у вороны реально две головы. Это не две вороны. То есть она родилась такой. Допила. А что это? Вот это вот что? О! Чпоньк? Не, не режется. Так там же крокодил, смотри. Как раз, кстати, аллигаторы, аллигаторы. Они же там приезжали что-то на аллигаторов посмотреть или поохотиться. Еще патроны, отлично. Мне бы сохранялочку. Ой, бля, мне же... Опа, трава. Ребят, мне же сохранялка нужна. Серьезно. А здесь нету этого прикола-то? Нету. Мне сохранялка нужна. Почему ее нету? Если мы умрем, это вообще все заново. Так. Дверь. В толчке-то ничего нету. Скрытый предмет. А я не нашел никакого скрытого предмета нужного мне. Я чувствую, здесь будет сохранение, да? Там как будто кто-то прошел. По воде. Или с канистрой. Звук такой был. Так, как открыть? Фу. Главное, смотри, не вытряхиваются. Прикольно. Но червяков они сделали вообще классно. Просто найс. Монета. А куда эти монеты собираются? F. Похоже на детский рисунок. Итак, что здесь написано? Отдыхающий муж и жена. Муж — это успех. Он 12-й по счету. К сожалению, жена не пригодилась. Так что придется от нее избавиться. 7 июля. Три студентки. Они протухли. Придурок Лукас все испоганил. Ну, я понимаю, чем он испоганил примерно. Так, 13 августа. Бездомный. Обращение заняло 3 дня. Он 13-й по счету. Так. И... Следовательно, фотография одной из этих тварей. Я так понял, что это голова, а вот это вот зубы. Да. Ясно. Сколько загадок, девочка. Ей дар моей крошки, говорил нам папка. Мия. Там написано Мия. Бабочки. Какая-то халупа. Трава. А что, если Мия — это их маленькая дочка? Ну, это я предполагаю. В смысле, что она выросла уже и вернулась, типа, домой, они ее вернули. А что, если так? Слышь, я-то думал, он настоящий, а это рога, только настоящие. Так, что вот это? Похоже, это все те, кто пропал без вести. Ребята, а я пропустил, да, где-то сейф? Ну, это на самом деле не смешно. Просто, блядь, просто, блядь. Ты слышишь, да? Все это вот это вот, оно шевелится, короче, там что-то... What the fuck? Motherfucker? Бомж, это ты? Бомж, я тебя не узнал. Я думал, ты будешь какой-нибудь дедок грязный. Неудачник двери не может открыть. А руки-то крюки? Да, сучка? Смотри, он вылез из этого, из-за того, что я шумел. Бля, наверное, надо. Давай еще траву, короче, скинем. Из-за того, что я нашумел, он вылез. А так он спит. Бля, ну ты не можешь своими... Сука, на коленках ползай, идиот. Носки, это, короче, в носках ходи. Ботинки сними. Ты видишь его? Вот ты можешь его различить? Из всего вот этого вот дерьма. Тихо, 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 тихо. Блять, если он вылезет, это будет полная труба. Ну вот, я прямо на него, кажется, смотрю, ребят.
Мне интересно, а как папка с ними обращается? Они чуют, что типа он... Он свой? Так, тихо, 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 братан. Закрой дверь. Так, ну здесь расслабляться вообще никак нельзя. Так, я не встану. Потому что вся вот эта параша, он может из нее встать. Главное быть тихим. Стелс. Вот где нужен стелс, понимаете? Вот где он нужен, реально. Потому что здесь ограниченные запасы, так сказать, ты имеешь. И патронов, и всего угодно. Так, встали, посмотрели, сели. Так, вот это что за дверь у нас? Мы не нашли ни одного ключа нормального. Мне бы сохранение. Опа, ящик. Значит, здесь... О, сохранение, сохранение, ребята. Ой, быстрее, ой, быстрее. О, все, все, спасибо, спасибо. Боже, так. Значит, смотрим. Я нахожусь... Хз, где опять? Просто какая-то комната необозначенная. Так, что у нас есть с вами скинуть? Лишнего. Кассета нам нахрен не нужна. Так, эту монету мы оставляем. Психостимуляторы вот эти вот. Что с ними делать? Как думаешь, что с ними делать? Ну, давай их поносим пока. Пускай. Ничего страшного не будет. Что у нас тут имеется? Дорогая Кортни, эти сволочи ищут меня. Но, возможно, ты так сможешь выбраться отсюда. Ищи барельефы в виде собачьих голов. Одну из голов я видел в секционной в подвале. Возьми ее, ключ к свободе. Это ключ к свободе. Так, в секционной, в подвале. А я ж только что выбрался, по-моему, из этого подвала. Нет? Я там ключ пропустил, серьезно? Так, опять отмычка нужна. На отмычке здесь вообще, это, я так понял, просто нереальная редкость. Пистолетные патроны и... А, я понял, закрыть и открыть. Нет, ты открой его. Вот это что за сумка? Ясно. Ничего. Может... Че, сныкано, не? Не, ну ладно, пойдем. Окей, мы сохраним... Это все, это все. А, так подвальчик-то вот он, по-моему, да? И сохранялочку нам дали. Ну, все понятно, сейчас будет ад. Да? А мы будем ползти. Мы же с вами-то выяснили, что они тупые, глухие, и все нормально. Блин, я лезу прямо вообще, прямо в логово. О, пожалуйста. Я так понял, если мы слышим вот этот вот ужасный чавкающий звук, значит, эта тварь здесь. Ну и по габаритам, по сути, подходит. Так, давай попробуем прорваться в эту дверь. Это жесть, это жесть. Заперто с другой стороны, ну ты издеваешься. Так, ладненько, давай попробуем вот чисто вот так вот потихонечку, помаленечку. И пройдем, да? Ну это жесть. Ты посмотри, сколько их здесь должно быть. Только бы не встали. Только бы не встали они. Может, так и ошибся? Не, я не мог ошибиться, то, что они не реагируют, когда ты сидя ползешь. Блять, я думал, ты умер. Ты так мотался, братан. Старец забрызгал осики. А он встать может? Он чавкает. Смотри, мы его вырубили очень быстро. Относительно, конечно. Трава, 3. Потенциальных 3 аптечки, да? Ну давай. А что у меня по показателям-то? Желтая, да? Ну давай. Вольем в себя живительный нектар. Ты слышишь, оно пытается говорить. И главное, запалил сразу же он. Просто мы... Моментально. Что-то я припотевать начинаю. Заперто с другой стороны.
Мне показалось, он себе руку почти сломал, когда открывал это жабу-то. Я ничего не зацепил вроде. Это что? Я зашел, где их рожают, да? Я, пожалуй, пойду дальше. Так, вот это можно как-то открыть? Нет, ну то есть... Подожди, а зачем мне тогда? Мне надо в ту комнату сначала попасть-то, где этот ублюдок. Сколько патронов? Нормально. Мы можем уложиться примерно, я не знаю. Патроны... Патронов 5 в голову. Но это в голову. Не, лучше сидеть. Смотри, он запалил меня и упаковался, потому что он здесь сидел уже, точнее, стоял. Бля, ну здесь смотри, здесь всякие штуки. Трэвис, смотри. Заперто. Три. Три патрона, и он труп. Изи. В принципе, изи. Я думал, что это будет такая неубиваемая штука, как я видел... Как я видел в демо-версии у других людей. Господи, думал, калаш какой-то лежит по этой рукоятке. А это всего лишь какая-то херота. Рука какая-то. Лара. Уильям. Шаун. Тамара. Заперто. Ясно. Наверное, где-то надо найти ключ, да? Не, ну слушай, это вроде скрижащая штука, но не вылазит же. А что за прикол? Я должен что-то как-то разгадать или что? Ну, допустим, Лара. Что? Лара, рука. А здесь... А здесь кто? Ну, похер. Так, Уильям. А что, не работает? Не знаю, я не знаю. Рука. Заперт. Заперт. Ну, не знаю, ребята, короче, не знаю, честно, что делать. Комбинацию искать? А, подожди, что это? Лукас, я поймал парня, который все пытался сбежать. Запер его в левой печи для кремации. Так что теперь ему не выбраться. Вытащи его, как он будет готов. Ты ведь знаешь, как там открывается дверь, верно? Просто запомни, 3А, отпечаток руки. С девкой делай, что хочешь. 3А, отпечаток руки. А, в имени должно быть 3А. Тамара, оставляем. 3А. Ну и давай. Здесь нет. Уильям. Или 3А, чтобы было А. 3 вообще. Типа вот так вот. Лара и рука. Заперт. А, или все, закрыть, понял. Все закрываем, оставляем только Тамару, да? Трэвис, блять. Но ее... А, подожди, это для кремации же, что я боюсь. Его не сожгли же. Я все понял. Блять, мне не попасть, нихера, мотается тварь. А что это за огромная-то такая тварь? Серьезно, это босс какой-то? Кого блокировать, блять? Идиот, стреляй, быстрее, стреляй. В эту хероту. Блять, блокировать, кого блокировать? Так, перезарядился. Это какой-то босс. Серьезно. Да бля, мне жесть, как больно, друг. Я хочу остаться не без рук. Да блядь, попади. Есть, убил. Хера он мотается, слышь, как мне ему в голову-то попадать. Мне очень плохо, ребята. Мне ужасно плохо. Это была нехорошая идея. Ну слушай, а здесь я ходил, что-то никто и не вырывается-то по сути. И что? Нахера я с боссом этим сражался? Ну ты видел, у него там капша такая была, жесть. Он меня просто два раза приложил и все. Так, ладно, давай сядем на всякий случай. Ух,
А нахера я его вообще открыл? Ладно, здесь можем идти. Ключ от секционы. Ну правильно, а мы прочитали в записке, что в секционе лежит голова. Но у нас нету аптечек, у нас нету нихера. Абсолютно. Так, ну ладненько, окей, пойдем. Ну это жесть, у меня 10 патронов осталось. Так, нам тут... А, отлично, ну вообще замечательно. Здесь же эти ублюдки. Так. Мне надо найти что-нибудь. Мне надо этот. Ну, это токсид, короче, вы поняли. О, эпоксид. Замечательно. Так. Давай, не это, не шали. Блядь, ну что я сделал? Ну, серьезно. Так. Как это? Вот, объединить. Аптечка, все. Правда, и патронов нету. Ну, ладно, я раз... Подожди, подожди, подожди. Но он же не спалил. Конечно, блядь. Он не спалил. Угу. Ни разу вообще не спалил. Главное, что они не встают, ребята. Главное, что они не встают заново. Иначе это была бы жесть. Но я буду... Окей. Брат... Твою налево, твою направо. Да попади, блядь. Нет, нет, блядь. Подожди. Так, а что я должен сделать? Что это? Я что-то подобрал. Ух ты ж, блядь, ой, блядь. Серьезно? У меня перочинный, сука, нож опасен. На тебе, сука, по капшам твоим, дебил. Меня так просто не возьмешь, сука. Зарежу, блядь, в глаз. Ух ты ж, блядь, ух, блядь, друг. Нахуй, сука. О, нет, о, нет, о, нет, атаковать. Давай, сука, давай. Давай, 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 давай. Лекайся, лекайся, лекайся. Что я должен сделать, блядь? Так, ладно, двери. Что за двери? Нельзя это использовать, серьезно? Да вы издеваетесь, блядь. Мне плохо. Блядь, дай патрон. Дай патрон, блядь. Ой, что же делать? Пацаны, пацаны. Пацаны вообще, ребята. Тихо. Инвентарь. Упаковались. Я понял. Еще хера, бля. Что же делать? У меня ножичек. Вот он здесь сразу стоит. И они сразу палят. Бля. Запалил он? Ладно, хорошо. Ух ты ж, блядь. Не, ну это нереально, ребят. Ну а как это должен пройти-то, серьезно? Я должен успеть вставить ключ. Я должен успеть вставить ключ. Я знаю, я должен... Я им руки отрубил. Я, короче, должен стрелять просто мечи сейчас. Повторить попытку, да. Я должен мечи стрелять. Плесневик. Эти темные твари очень живучие. Чтобы остановить такое существо, надо либо обезглавить его, либо полностью расчленить его тело. Так, хорошо, 300 патронов. Все, погнали их убивать. Тогда никакого стелса здесь, по сути, не будем делать. Да? Все, погнали, просто их мочим. Фу, давай, скиллуха, не подведи. Но некоторых же все-таки можно обойти. А, так он рукой прикрывается, серьезно. Он видел, рукой вот так вот прикрывают, и типа, что в голову я не попал. Ладно, здесь затащили, пошли дальше. Мне босса убивать, серьезно? Стой. Это пускай упакуется тогда. Здорово. Прощай. Да, тупой дебил, ты ее открывать не умеешь, капши слишком большие. Но он не расчленяется, кстати говоря. Ждем, пока он упакуется. Босса убивать, серьезно? Это же жесть. Трава.
Что же делать-то? Может пойти сразу туда мочкануть? Ну все, он вроде исчез, нормально? Все. Так, здесь у нас ничего не появилось? Нет. Хорошо. А я понял. Так, раз, два, три. Успел, все отлично. Босс, 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 босс. А что, если с боссом не стреляться? Тогда мне патронов хватит. Так, рука и Тамара. Давай. А что, если мне с боссом не стреляться? Вот он сам-то может вылезти? Давай проверим. Херца, по-моему, да? И убегаем. Просто убегаем. Посмотрим, что будет. Куда он денется, этот босс? Может, он тоже вот так вот упакуется и все. Ну, закрой ты эту дверь. А, здесь сейф есть. Отлично, мы можем сохраниться. Давай, 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 давай. Сели, встали, сели, встали. Так. И давай сохранимся. Босса мы с тобой активировали. Так. А, да, что-то я забыл. Все замечательно. Пошли. Слушаем. Не, вроде путем. Поползли туда. Не, пойдем туда. Шифтуем туда. Так. Монстрик, ты тут? Так. Неужели наш план сработал, и он упаковался? М? Там просто нереально, ребята, это надо 9 патронов, чтобы завалить тех, кто там в этой херне. Вот и все. Вот и все, ребята. Мы победили. Босса нету. Босса нету. А, я еще немножко забыл про тех, кто здесь. Но нам хватит. У нас 22 патрона еще в запасе. Так что давай здесь всех перемочим. Так. Откуда он вылазит-то, я забыл. А, вот здесь вот он вылазит. Вот он. Так. Сели. Слышь, ты чё? Ты куда пошел, ублюдок? Нормально. Раз, два, три. Блять, раз, два, три, четыре. Воу, полегче, паря. Так, хорошо, эпоксид мы нашли с тобой, да? У нас есть две аптечки, поэтому будет разумнее его использовать на порох, которого у меня, сука, нету. Окей, я понял. Хорошо, ладно, 10 патронов. Чтобы там затащить, 10 патронов надо. Они у нас с тобой есть. Так, открыли. Он здесь сразу стоял. Раз, два, три, четыре. Блядь, косой дебил. Так, 6. Слышь, а ты не слишком ли живучий, ублюдок? Нет, какой-то слишком живучий был. Ладно. Попытка номер 2. 10 патронов. 10 патронов. Так. Стой. А что, если мы его замочили, а он был, так сказать, возбудителем вторых? Что они... Ясно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да ты издеваешься. Ну ты серьезно? А что? Я же в голову попадал. Раз, два, три, четыре, пять. 7, 8, 9, 10. Патронов-то нет. Давай, мочи его, блядь, зарежь ты эту хероту. Так, давай, ладно. Файт. Ты прыгать умеешь? О, блядь, умеет, сука. Подожди, братан. Блядь, это жесть, это жесть. Блядская тварь, а? Ну замочи ты ее нахер. Бля, он меня загрыз. Не получилось. Окей, хорошо. Вы погибли. Повторить попытку, да? Ну ладно, босса там нету больше.
Это очень жестко, это очень жестко. Почему я не могу убить их в голову, всех троих? У них слишком дохера хп почему-то. И патронов у меня не хватает. Надо стараться не попадать тогда в тело вообще. Чтоб чисто в голову летело. Ну а так, по сути, я должен просто успеть ключ вставить. И все. Так, а здесь же я вроде что-то... Может, это... Ёб твою налево. Я понял. Это же босс. Это же босс. Железную дверь ты не пробьешь, босс? Так, все так идеально было. Все так было идеально, сука. Точно. Подожди, я знаю, что сделать. Раз, два, три, четыре, пять. Что-то не то. Раз, два. Так, попал же? Два, три, четыре. Он рукой прикрывается, мразь. Это фейл. У меня 17 патронов. Ладно, сука, убью, блядь. Так. Раз. Два. Ну. Три. В голову три было уже. Четыре. Пять. Шесть. Серьезно? Шесть выстрелов? Ладно, если я завалю еще одного, у меня будет шанс как-то открыть дверь тут. Он здесь будет. Вот. Уходим. Сразу уходим. Раз. Два. Три. Блять. Оп. Оп. Пожалуйста, пожалуйста, только бы я затащил. Попал. Блядь, ну ты можешь не дергаться, ублюдок. Два патрона. Я не знаю, что мне делать. Точно. Вывести их нахер отсюда. Серьезно. А что я так это... протупил-то? Сюда идите, дебилы. Ну, они упаковались, ясно? Они не будут отсюда выходить. Патроны. Ах. Патроны. Какие патроны? У меня эпоксид остался только на лекалку. Ну давай и сделаем, чё. Не, ребят, что-то это потно. Вот это вот реально потно. Я... это жесть. Где он? Вот он. Хорошо, успеть ставить ключ. Может, я смогу проползти? Не, ну они активируются, серьезно, это что? Подожди, они не активировались. Что это я взял? Не те патроны или что это? Так, вот он здесь прямо встает, этот ублюдок. Вон он стоит. Тихо, он не видит, он не видит. Бля, ну конечно. Так. Что вот это, блядь? Дай мне это. Что вот это? Ключ, быстрее. Здорово, пацаны! Быстрее, сука, открой! Это говно, блядь, тупое! Закрой, 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 блядь! Ты закроешь, тупица! Ладно, то, что мой персонаж маленький дегенерат, я это уже понял. Почему я встал здесь, как идиот, и я не могу закрыть эту дверь? Сука, за косяк он не берет. Вот она, эта голова, вот она, ребята, вот она, эта голова. Ну, забери ее, алло. F. Я должен был... Папа, серьезно, ты? Но теперь она говорит, что ее отцом будет он. Не-не-не-не-не-не. Кто? Я найду его и заставлю страдать. Я кто? Кто папа-то будет, я не понимаю. А ты, дружок, мне поможешь. Он меня типа не запалил. Это хорошо. Мне нужно гребаное сохранение. Мне просто нужно сохранение. Патроны для дробовика. Серьезно, нахера мне патроны, если вы мне не даете дробовик? У меня с пистолетом один патрон, себе в голову только пустить, если. Подожди, а что? Может быть, там что-то еще есть? Алло, я, может, что-то пропустил? А как мне туда пролезть? Папка-то ушел, все нормально. Ну, если этот ножичек, хоть бы топор дали. Серьезно, коп, ты серьезно? Слышь, сука, вот за это ты и поплатился. Дебил, лучше пистолет мне дал. Так. Ну, ты мне его так дал, конечно. Вот твой пистолет у меня в руках. С одним патроном.
Так, смотри, траву вижу. Гильзы для дробовика. Может, нам дробовик дадут все-таки? Ну, серьезно. Может, дробовик дадут? А сохраниться нам дадут? Так, какая-то клетка. Тела висят. Я помню, в демке там что-то их пинали, что ли. Здесь ничего нету. Так, ну ладно, пойдем. Точно, я попал к менту. Вот он. Бедный помощник шериф. Ты серьезно? Он бедный? Он, по-моему, глупый. Он умер, потому что он тупой. Ему надо было слушать, что мы ему говорим. О, эпоксид. Опять. Но у меня нету... У меня нету пороха. Вот в чем проблема. У меня нету пороха. Поэтому эпоксид мы соединим опять вот с этим. Да, нам нужна аптечка будет по-любому. Так. И патроны. Мне нужны патроны. Все упирается в патроны. Ну да, вот видишь, их пинать можно. А, так это же голова. На крюке? А что надо делать на крюке? Папочка, я по тебе скучал. Оу! Спарту-то зачем мне показывать? Ну все, пошел файт с папой. Ясно. Ты от меня не уйдешь. А, папа, на. Что? Я что-то видел. Вот. Вот это что? Бензопила. Блять. Ой-ой-ой. И зачем я заблокировался так? Папа! На тебе. И что я должен делать, ребята? Серьезно, я просто с этим. Ой, папа, ну зачем? Да не надо ногой меня топтать. На тебе, сука. Так, порезали его, нормально. Были бы какие-нибудь шипы-то, чтоб его это, наткнуть-то, блядь. Это было больно. Что, говорит он? Время для чего? Итан. Папа, папочка, не злись. Папа хоть бы ремень, сука, взял, но никак не гребаную кирку, блядь. Что, мне нужен какой-то ключ. Там где-то был ключ нарисован, блокировать. Идите нахер. Бля, вы серьезно думаете, что я буду его убивать, что-то я подобрал? Чем? Надо научиться, может быть, как-то можно реально блокировать? Да. А я успел пополиваться. Так, ой, не туда пнул. Я что-то здесь видел. Да иди ты нахер, ну как здесь сражаться-то, алло? Там был какой-то ключ нарисован. Да нихера мне не понравилось. Да все, это жесть. Как я должен его убивать, если у меня ни патронов, ни хера нету? Ну серьезно. Так, продолжить. Ну нахера мне дают патроны для дробовика? Ну ладно, хоть сохранили. Ну что, ребят, я думаю, что замочим его все-таки в следующей серии. Все-таки серия долго уже идет. Поэтому не забывайте подписываться, комментировать и ставить лайки. Всем до встречи в следующем видео. Всем пока.